агроном в каждый дом. Уважаемые садоводы и огородники, рассада пеларгонии растет. В настоящее время она у нас имеет 8 настоящих листочков. В этот период мы осуществляем уход за рассадой, поливаем, проводим корневые, некорневые подкормки, чередуем их. И рассада разрастается, и как мы посмотрим, то горшки стоят близко друг к другу. И листья зеленые как бы соседних растений перекрывают друг друга. Если так они дальше будут расти, то листья, которые нижние, будут закрыты верхними, постепенно начнут отмирать. То есть они желтеют, увядают и потом полностью отмирают. Чтобы этого не происходило, проводится расстановка рассады пеларгонии. То есть увеличиваем площадь питания для каждого растения. Вот у нас здесь горшочки стоят плотно друг к другу. Мы их будем просто расставлять. Если горшочки вот в таком ящике стоят, то здесь мы просто горшки эти разделим с одного ящика на два ящика. Можно видеть, что вот когда так расставляем, то на каждое растение у нас уже будет на каждый листок попадать свет. И растения будут иметь площадь питания больше, начнут быстрее развиваться, и будут и нижние листья, и верхние все иметь зеленый цвет. То есть надземная листовая масса будет больше, лучше будет происходить фотосинтез, и растения быстрее дадут нам цветоносный побег. Если у вас растения расположены на стеллаже без всяких ящиков, то примерно на 1 квадратный метр должно у вас в этот период остаться до 25 растений. То есть выход рассады пеларгонии обычно составляет с метра квадратного 25 штук. Вот расставили растения. Будем ежедневно следить за влажностью почвы в горшочках. И также через 7-10 дней проводить подкормки, чередуя корневые и некорневые.